А, все, ты вопрос. Извините, начальник, можно вас на пару секунд? Че такое? По вопросу одному деловому. Хантнул, а все равно ясновидеть. Так что можно и примем. Он все равно узнает, о чем скажет. Хорошо, предлагаю взаимное сотрудничество. За патроны я буду очищать территорию от мутантов. Да, держите. Это невыгодно. Там уже стоят люди. Смысл отличный. Так они не держат ворота, а это будет пушечное мясо, которое стоит на улице. Хорошо. Хорошо, какую территорию нужно зачистить? Надо во всем видеть пользу. Желательно возле красной площади, потому что мы идем переговоры. И мы выкупим всю площадь. Хорошо, пойду Красную площадь зачищать мутантов.